Печальной новостью завершается Всемирная неделя космоса в Чувашии. Сегодня ушел из жизни герой Советского Союза, летчик-космонавт Алексей Леонов. Во всем мире его знают как первого человека, вышедшего в открытый космос, а чуваши еще и как близкого друга нашего земляка Андрияна Николаева. Алексей Леонов из первого отряда космонавтов. С Андрияном Николаевым они познакомились и подружились в начале космической эры, в 60-х годах прошлого века. Оба внесли огромный вклад в освоение космоса и развитие космической науки. После полетов вместе служили в Центре подготовки космонавтов. Алексей Архипович не раз приезжал в Чувашию в дни памяти своего близкого друга. И хочется верить, что сейчас они вновь вместе среди звезд.